Ребята, всем привет! Мы находимся на улице Мясницкая, и сегодня мы решили посетить новое кафе, кафе «Сосисочное». Давайте посмотрим, что там есть интересного. Друзья, меню в сос-кафе достаточно большое, но мы выбрали хот-дог, смузи с клубникой и молочный коктейль. Выделить, конечно, хочется из этого всего только молочный коктейль. Он необыкновенно вкусный и красивый. Наш заказ вышел в 1200 рублей. Это дороговато, но попробовать стоит. Вам уже самим решать, идти или не идти. Ссылку на это кафе мы оставим под видео.